Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу напомнить о таком проекте Pair 2 Profit. Ну, такое вот у него, ребятки, название. Делитесь интернетом и зарабатывайте на этом. Значит, я заливала свое, я видео не писала по этому проекту. Я зарегистрировалась, залила видео своего пригласителя. Вот, друзья. И начала, типа, зарабатывать. Я, конечно, здесь немножко много времени пропустила. Так как я установила приложение, а то, что его каждый раз, каждый день, когда я захожу в интернет, его нужно запускать. Как бы, да? И я без внимания. Вот оно у меня. Теперь я захожу, кликаю. Вот у меня на рабочем столе вот этот значочек. Я два раза кликаю на него. Установка наипростейшая. Ребятки, я справилась сама. Как бы там все очень легко и просто. И вот он у меня вот здесь отображается, мой значок. И как бы статус в работе, если я вот так преподнесу, working работает. Из-за этого я, конечно, очень много времени пропустила. Но ничего страшного. Теперь вот я, как уже сказала, захожу, запускаю это приложение. На сайте находиться не обязательно. Значит, и когда я регистрировалась... Регистрация здесь наипростейшая, ребятки. Я думаю, разберетесь. Все мы умеем регистрироваться. Попадете вот сюда в кабинет. Сразу вот здесь партнерская, ребятки, ссылочка. Можно вот так скликнуть и скопируется. Нужно установить, что это приложение. Скачать и установить на компьютер, как я уже говорила. Вот. И оно начинает работать. В кабинете находиться не обязательно. Можете заниматься своими делами. Я вот утром захожу и вечером. Проверяю только баланс. И сегодня, ребятки, я наконец-таки сделала свой первый пробный вывод. Все супер. Проект платит. Вот тут они просят оставить отзыв на Trustpilot. Это я все сделаю позднее. У меня баланс по нулям. Минималка на вывод сейчас от 2 долларов на Pair кошелек. Когда я регистрировалась, был только один биткоин, по-моему, если я не ошибаюсь. И минималка была от 10 долларов. Сейчас же все поменялось. Значит, вот здесь все можно информацию прочесть. Тут и так все понятно. Я установила и как бы все. Занимаюсь своими делами. Вот, скачать для Windows можно на любом как бы устройстве это скачивать. Ну, так как я работаю на компьютере, вот здесь вкладочка «Заказать выплату». Вот, кликаю на нее. Подождите. И вот смотрите. Вот здесь читайте информацию. Обязательно. Когда у вас будет минималка 2 доллара, вот здесь у вас откроется форма вывода. И все вот эти платежки. Выбираете нужную платежную систему. На Kiwi от 2 долларов. Юмани, то есть это бывший Яндекс, от 2. Банковская карта 14 долларов. WebMoney Advanced Cash по 2 доллара. Биткоин от 6. Лайткоин от 2. Интериум 524. Ого-го. Значит, Coinbase USDC, вот такое будет, от 2 долларов. Pair, вот я выводила на Pair от 2 долларов. Monero Binance 2 доллара. Ну, а здесь максимальная сумма показана. Далее, здесь рекомендуемые кошельки. Значит, вывод от 2 долларов, но... Приходят они, поступают, выплачивают в рублях. И значит, смотрите, вот я сегодня выводила Pair.
Мой кошелек $2.04. Сумма 152 рубля 21 копейка. Видим, да, что это все в рублях выплачивается. Зелененьким горит то, что заплатили. Вывод обрабатывается в течение часа. Но мне быстрее часа пришло. Вот. И число 25.11.21 год. Так. И давайте я вам сразу же начала выплату покажу. 152 рубля 21 копейка. 25.11. Все супер. 152.21. И где у меня? Значит, 152.21 платит. Все, на этом закончили. Ну, давайте я вам покажу здесь вот эту курс трафика здесь для реферальной сети. Вот это все посмотрите, почитаете. Далее, вот здесь вкладочка «Моя соцсеть». И вот моя соцсеть, как бы тут все указано, где я. Вот, у меня версия рекомендуемая 0.26. Не знаю, что это такое, но тем не менее. Далее вкладочка «Мои рефералы». Находятся наши партнеры и наши также партнерская ссылочка. Ну, а здесь вот баннеры есть. Пожалуйста, на любой вкус и цвет. Боже мой, сколько их тут. Вот он. Как бы, да? Замечательно. Здесь скачать, установить. И мы видим скачать для Windows, для Android, для Linux, Mac OS какой-то. И вот тут много-много-много. Вот здесь вот выбирайте на что хотите. Там и скачивайте. Помощь и информация. Пожалуйста, также читаем. Здесь вкладочка «Оставить отзыв». В этот Trustpilot. Ну. Вот могу оставить. Как бы это я все потом, ребятки, сделаю. Вот. Вернусь сейчас на крест. На стрелочку нажму. И служба поддержки. Если вот здесь есть Telegram. Это что? WhatsApp, ВКонтакте, Facebook. Вот. И еще, когда будете, вы скачаете вот этот значок, он у вас будет на рабочем столе. У вас так откроется такое вот маленькое окошечко. Нужно вписать будет ваш email адрес. То, что вы проходили вот от этого сайта. Если будете, если вам захочется, пожалуйста. И прописываете email адрес, которые указывали при регистрации. И нажимаете пуск или старт, или что там. Вот, и все, его значочек здесь. И у меня в работе все замечательно. Вот. И вот у меня уже было все по нулям. И пошла у меня как бы копеечка капать уже по новой. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Ну, неинтересно, ребятки, пройдите мимо. Будут другие проекты. Вот, всем не угодишь. Всем удачи, больших заработков. Я же продолжаю работать. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.